Музыка «Homo Liber» – полистилистические композиции на основе сочинений Юкечева. Забавно, что саксофонист «Homo Liber» Владимир Толкачев, как и Чекасин, тоже с Урала. Другим интересным явлением, впрочем, как-то не очень реализовавшимся, был новосибирский дуэт барабанщика Владимира Высотина и пианиста Вадима Исаева. Буквально сегодня я узнал, что Вадим Исаев – человек, возможно, столь же странный и непредсказуемый, как, видимо, основатель импровизационной музыки Виктор Лукин, постепенно спился, опустился и стал бомжом. И, возможно, лет 5-6 назад исчез, возможно, погиб. Никто не знает, в общем, что стало с ним. В общем, он работал какое-то время в цирке, потом опустился. Возможно, его уже нет в живых. Очень